В маленькой миске разбиваем яйцо, подсаливаем. Разогретую сковородку смазываем растительным маслом. Выливаем яйцо в форме блина. Жарим на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Всего нам нужно сделать 4 блина. После чего приступаем к сборке торта. Каждый блин смазываем сметаной или натуральным йогуртом. По желанию можно посыпать немного сушеного чеснока, либо сразу выдавить свежий сметану. На нижний слой укладываем красную рыбу. Вместо нее можно взять и нарезку ветчины, и колбаску, и копченую курицу, все это будет вкусно. Затем идет слой натертого сыра и свежей зелени. Снова идет слой рыбки. Кстати говоря, тортик можно делать выше. И, например, третьим слоем добавлять овощи. Допустим, нарезанные помидоры или болгарский перец, обжаренные грибы. И только потом снова добавлять слой рыбы или мяса. Верхний слой – сыр и свежая зелень. И вот такой тортик получается.